В учебном центре Государственного таможенного комитета Приднестровья завершились курсы первоначальной подготовки сотрудников таможенных органов. По итогам экзамена кандидатам, успешно прошедшим испытания, были присвоены первые специальные звания. Для объективной оценки кандидатов на службу в таможенные органы испытания было организовано в письменной форме с последующим собеседованием. В состав экзаменационной комиссии во главе с первым заместителем председателя ГТК Светланой Клименковой вошли руководители и ведущие специалисты профильных подразделений, начальник учебного центра, а также представители отдела кадров таможенного комитета. Главное требование на экзамене – четкое владение нормами действующего законодательства в области внешней торговли и таможенного дела. Сегодня президентом и правительством перед Государственным таможенным комитетом ставятся большие задачи. Предъявляются высокие требования по выполнению тех норм, которые предусмотрены действующим законодательством. Безусловно, для их решения необходимы высококлассные, высокопрофессиональные специалисты. Кадры такого уровня в других государствах готовят специализированные институты и учебные центры. Решение таких задач Государственный таможенный комитет возлагает на учебный центр, цель которого – подготовить высококлассных, высокопрофессиональных, компетентных специалистов, способных и готовых оперативно и качественно решать поставленные задачи. Проведенные курсы и итоговый экзамен – это начальный этап становления специалиста-таможенника, отмечают в ГТК слушатели. Успешно прошедшие испытания и вступившие в ряды сотрудников таможенных органов Приднестровья обязаны ежедневно повышать свой профессиональный уровень, отмечают в ГТК. Причем этот процесс контролируется руководством ведомства.